Йоу, всем привет, друзья! С вами снова это Баган, вы на моем канале. В данном видеоролике я бы хотел оценить рабочие места. Это уже будет, прошу заметить, третья часть оценки рабочих мест. Вижу, вам эта рубрика залетает, поэтому готов продолжать делать ее дальше. Все, кто новенький, друзья, ссылочка на мой дискорд-сервер, где вы можете оставить свое рабочее место, будет в описании. Напоминаю, что каждое место, которое вы оставите, войдет в следующую часть. Следующая часть выйдет также на 100 лайкосов. На прошлой части было 96. Ну, в момент, когда я начал снимать это видео. Не знаю, возможно, там уже сотка, возможно, меньше, я не знаю, друзья. Но решил вас порадовать, выпустить видосик, так сказать, пораньше. Многие мне писали в личку насчет этого, я решил, почему бы и нет. Мне приятно, вам приятно, друзья. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, вот мы уже на моем дискорд-сервере. Вот, как видите, я опять же написал, что можно выкладывать места для третьей части. Первым скинул гамик, человек, которому я выражаю огромный респект и огромное спасибо за то, что он как минимум закинул мне 18 тысяч рублей. Я думаю, это приличная сумма, за которую можно реально похвалить. Спасибо огромное, братан, мне очень приятно. Это его место, но место на даче, как он мне говорил. Вот, клавиатура от iMac, MacBook и микрофон HyperX, как у меня. Понятное дело, Fifine лучше, друзья, я это прекраснейше понимаю. Ну вот, извините, не можем мы себе позволить Fifine микрофон, приходится сидеть на HyperX. Думаю, в ближайшее время вот тоже свой обновлю на Fifine, типа, ну а чё? Почему, типа, нет? Ну мне вот нравится вот такое место у гамика, в принципе. Всё прикольно, всё в стикерах, такой стрит-стайл чисто. Мне вот, ну, прикалывают такие места, как-никак. Плюс мы тут в дискордике сидим. Всё такое. Прикольное место, чё я могу сказать. Приятное, наверное, удобно тут сидеть, как-никак, все девайсы качественные. Я могу сказать, Джул скинул место тоже свое, но осуждаем сразу вот такие вещи на столе, потому что, ну, это не кайф, я так понимаю. Наушники это Ardor Gaming или Z Gaming какие-то, Acer, HyperX. О, Dex Plava, как он мне говорил. Ну, я думаю, неплохой, в принципе, сетапчик у него, но, вот знаете, такой моник у него, ну, моник минус рэп просто, минус респект, минус рэп-спект. Не знаю, не запирает меня такое, типа. Возможно, кому-то это, конечно, нравится, но не для меня. Как по мне, не мое вот место, не мое. Извините, друзья, что я забыл убрать надпись над вебкой и сбор средств. Жестко извиняюсь за это, ну а что поделать, так сказать, да? Я думаю, вы меня простите, переснимать мне лень. Как-никак. Поэтому продолжаем, в принципе, обзорчик. Ну, место прикольное, но не в моем вкусе, так сказать, типа. Я люблю качественные девайсы, возможно, они и хорошие, но вот не то, не то. Я вот люблю то, что зафорсили, то, что зафорсил народ, что если видишь и сразу понимаешь, о, вот это вот мне надо. Так, следующее место, угловой стол. Ненавижу угловые столы, сразу говорю. Сам сидел примерно на таком же столе, только тут еще сверху что-то у меня было. Вот, но опять же, курилки осуждаем максимально тут. Ковер же 102, не знаю, что это. Ну, в целом, мне кажется, сетапчик такой, среднестатистического юзера интернета, там, кэсера какого-нибудь, возможно, я не знаю. Но явно не стримера по компу, это можно понять, как по мне. Но выглядит неплохо, почему нет? Имеет, так сказать, право быть здесь. И мой канал, поэтому сразу плюс респект. Вот, в принципе. Прикольное местечко, кефирчик скидывает место, но, конечно, все понятно, я тут из этого могу разлететь только энергетик, адреналин, машинку киберспортивную, как у меня, типа, есть телефон тоже. Так, и мышку Logitech, подождите, что это? Ванили. Алло. На косарь фолловеров на Twitch канале Табаган розыгрыш? Реально? Сейчас фолловнусь, спасибо. Прикиньте, друзья, звонили сказать, что на 1000 фолловеров на Twitch канале Табаган будет розыгрыш. Какой розыгрыш будет, вы узнаете чуть позже, когда мы и добьем косарь фолловеров, потому что я еще не придумал, что буду разыгрывать. Так вот, друзья, продолжаем оценочку, а всем, кто сабнится на Twitch, буду благодарен. А мы продолжаем оценочку. Ну, мне кажется, или тут... Ой, бля, ну выглядит неплохо пока. XPG тут, все дела. Razer Huntsman Mini, я так понял. Ну, короче, плюс респект. Да ну, ребят, тут микро Fifine, ебать, он крут. Или это HyperX? Не дай бог, опять обосрусь, я в прошлой части обосрал. Тамаган скинул обновленный сетап свой.
Нихуя себе. Нихуя себе. Ебать. Помога, напиши, пожалуйста, в комментариях, где ты купил такой крутой джойстик. Так, тут он скинул характеристики ПК. Ебой! Intel Air Core TM i5 1035 G1 КПУ. И почем его взял, братан? Уеет, ну я не знаю, это десятка, по-моему, даже если не двадцатка. За фрешка, скинул свой тоже сетапчик. Бля, микрофон фифайн, ребята. Подождите, мне что-то там потекло снизу. Ух, как тепло стало аж на душе. Е, наш чел, микрофон фифайн. Подождите, а что, у него два микрофона или... Прикольно, мой стримчик открыт, это типа плюс респект сразу, почему нет? Ух, нихуя себе, Хаук. RTX 3050 и 3012 стоит в клаву кастом дефолт 102. Бля, вот за клаву хорош, но 3 Моника на 30, 30-50 даже брать, но это перебор, мне кажется. Хотя выглядит красиво, согласитесь, но вот как будто нужен помощнее комп. Да и Моники, ну так себе вроде, у меня у сестры просто такой же стоит, они вроде 75 Гц идут. Такой себе, основной, я так понимаю, 144, но выглядит пиздато, ну тут нечего сказать, типа охуенно выглядит. Вот. Со светом. Моники плохие, вот эти два, я точно знаю, они по 75 Гц и дорогие, еще по 15 тысяч каждый стоит. Ну прикольно, почему бы нет? Милана Хаметова, мое рабочее место. Нихуя у нее аватарка. Я не знаю, проектор это или что это? Но это не телек. Ну, место на 100 из 10 чисто. Я не знаю, как его можно оценить, в принципе. Прикольно. Как сказать прикольно? Это просто охуенно. Индик, вот мой сетап. Пока, папа, скоро перейду. Ну, короче, братишка, сори, что не буду читать ничего. Мне просто впадло максимально. Максимально влом. Хуя ли ты Energy, кстати, не пробовал. Тоже хочу попробовать. Лава Зетовская. Мышка HyperX. О, Деловский Моник, кстати, очень живучий. У друга такой Моник. Чупов. Это еще один мой братишка. Зовут его Сенька. Я ему тоже очень сильно благодарен за то, что он, во-первых, подарил 3 сапки. Во-вторых, был первым моим сабером. В-третьих, помогает мне много с чем на Твиче, в принципе. Человек, который тоже стримит, ну, он, конечно, чуть попопулярнее меня, вы, наверное, все его знаете. Скинул даже видосик, давайте заценим. А, без звука жалко, ну ладно. Ну, чисто как обновлялся сетап. Но начинал он тоже с не такого, не херового сетапа, то есть... Ну, у него был игровой ноут, как минимум. Ну, и не такие уж и убогие девайсы. Тут уже Моника Маса и Клава от HyperX, ну, почти такая же, как моя, только от HyperX компании. Прикольная тема, прикольно. Но вот этот стол, бля, какие это каловые столы, поверьте мне, ребят, на слово. У самого был такой стол, это невозможно за ними сидеть играть. Говнище полное. Так вот, уже купил нормальный стол, подождите. Будем оценивать поэтапно. Купил уже нормальный стол, ПК купил себе приобретением его, вот так, с прошлым, так сказать. Лампа, ну как по мне, лишняя, но не знаю. Вот. Наушники хорошие купил себе. Но обновлялся постепенно. Это HyperX Solo Cast. Ну, блин, брат, купил бы ты FiFine, было бы другое дело. А так вообще слабо, типа, ну кому? Камон, кому нужен вообще микрофон HyperX? Он, по-моему, нахуй никому не обосрался. Надо брать FiFine. Я думаю, так. Так, что у него тут еще? Моник Асус. Это же Асус. Ну, короче, Моники Асус обожаю, просто ван лав. Хотел себе сам брать, потом перехотел. Вот конечный вид его сетапа, я так понимаю. Тут рукава у него лежат. А, один рукав. Наушники беспроводные. Мышка. Я не знаю, что это. Геймпад. Ну, выглядит все в целом неплохо. Видно, что стримят, как бы, и стримкам тут, и все на базе. Желаем ему удачи. Как и мне. Ладно. Спасибо еще раз огромное, Чупи, тебе за такую поддержку жесткую. Следующее место. Там ники, я думаю, мой монтажер повставляет, так же, как в прошлом ролике, только синим цветом я ему бы сразу хотел сказать. Выглядит пиздато, а чё, по комплектующим жалко ничего не написано, но антуражненько с вот этой стороны. Правда, наушники Блади полный кал, как и вот это кресло, как я вижу. Но два Моника плюс один стоит как-то сзади, один спереди. Ну, расположение приятное, согласитесь. Типа, тут не скажешь, что полное говнище, как бы, но и не скажешь, что вот дефолтное какое-то. Не, вот это прям выглядит прикольно, кстати, интересно. Не видел ни разу такого расположения. Лайк.
Лайк за то, что ни у кого такого не видел. Нирвану скинул рабочее место. Ух ты ж, нихуя себе. Не знаю, что за... А, что за Моник, я не знаю. Ну, кресло Хайпер. Сразу говорю, что кресло не премиум сегмента. Через 2 года у вас жестко потеряют форму. Но я проверю это еще на своем новом кресле Razer, которое мне придет вот-вот уже, на которое тоже будет обзор. Как и обзор на стабилизатор, который уже вот-вот выйдет или уже вышел, так как я не знаю. И обзор на стримдек. Короче, много обзоров будет в ближайшее время, друзья. Я не знаю, наберу, наверное, новую аудиторию на этом. Возможно, и не наберу. Кто его знает, черт его знает, вот. Поэтому летим дальше. Ну, еще хотел сказать, почему у него в корпусе Leon Leo 11 Dynamic Mini, я так понимаю, это. Не SFX блок питания, или какой-то ATX, какой-то там, короче, нужен другой блок питания, а у него дефолтный. Но выглядит все неплохо. Блин. Выглядит сочно, согласитесь. Тут типа нельзя не согласиться. Юга какой-то там. Сори, бро, что не прочитал ник твой. Наушники вот эти от Logitech мне... Ой, от HyperX мне не нравятся максимально, потому что... Ну, не знаю, не то, не то. А вот насчет клавы. Прикольная клава, мне кажется, это GK61, возможно. И Моник так себе, на самом деле. Но, будем честны. 90% людей играют абсолютно на таких же сетапах, и не все им нравится, все их устраивает. Мирвану скинул сетап друга, человек, мнение которого я уважаю. Основной моник, это G7, как у меня. Просто бомбический моник, стоит, правда, 65 тысяч. Но что поделать, так сказать, не знаем, я тоже, что поделать. HyperX это сразу минус реп, Кто сейчас юзает вообще микрофон на HyperX, я не понимаю. Нужно брать Fifine, как уважаю себя человек. Клава Razer, отстой. Коврик Glorious, набрал оверпрайс говна, Ладно, на самом деле, напиздатейший сетап, ребят. Ну, блять, как вам объяснить, я не знаю даже, что качественные вещи, они стоят дороже. То есть, взять микрофон Fifine, он скрипит, пердит из некачественного пластика. Опять же, посмотрите меня в комментах, это мое мнение. Или возьми вот микрофон HyperX, вот так вот просто. Крутится, гладко, идеально. Вот так просто. Вот это вот просто даже тема. Вот, друзья, ну я не знаю, ну не мое вот этот сетап. Ой, вот этот сетап это именно мое, а в микрохе Fifine не мое. Ну, из минусов я вижу только наушники, дерьмище полное от Razer, вот эти вот. Они здоровые, тяжелые, и у них амбушюры постоянно обрываются, это я знаю точно. А так, вот это вот имба, брат. Красавчик, уважаю твое мнение. Артемка скинул свой сетап. Ой, я так понимаю, это кейкап от HyperX, плюс мой канал, плюс респект, братишка, за то, что на моем канале. Так, мышка. Ну, наклеечки тут. Прикольно выглядит. Вот, кстати, за Моник Асус. Я не знаю почему, но мне Моники Асус очень запирают как-то. Ну, пиздатые Моники. Если бы, конечно, у меня не было денег на такие пиздатые Samsung, я бы взял себе, конечно же, Асус Моники. 100% вам говорю. Я даже уже почти взял себе Асус Моник. Но получилось так, что пришлось взять Моники подороже. Точнее, не пришлось, я просто о них мечтал. Мирвану скинул сетапы своих друзей. Клава прикольная, точнее кейкапы. Не знаю, что это за клава. Мышка так себе, а вот опять Моники Asus. Ну вы просто гляньте на них, друзья. Ну шедевр, я не знаю, произведение искусства. Я так понимаю, наушники Razer. Не особо их люблю, ребятки. Они не особо качественные. Но мышка JMNG, конечно, вообще не то, что я думал. Ну, коврик Z нормальный, в принципе. Вот этот сетапчик неплохой. Чисто Fortnite, мне кажется, и все. И больше никто. Как и я в прошлом. А, так, тут уже какой-то типа стример, я так понимаю. Смотрите, раз камера, два камера, стул. Опять же, странное расположение моников. И вот эти наушники, я забыл, как они называются. Плюс микрофон с аудиокартой. Значит, это явно стример. Пожелаем ему тоже удачки, как и всем, кто начинает. Друзья, если вы хороший человек и развиваетесь, и у вас больше, я не знаю, 1000 подписчиков, напишите мне, пожалуйста, я хочу с вами пообщаться, спросить ваши советы. В принципе, мне будет интересно очень пообщаться с людьми, которые опытнее и грамотнее меня. Так, ребятки, сейчас будем уже завершать видосик, пару слов.
Наконец. Друзья, хотел бы вас попросить написать комментарий, что не так именно в моем контенте, что бы вы хотели изменить, как вам мое настроение, заряжаю ли я вас вообще настроением или нет. Напишите любые минусы, мне будет очень интересно почитать, я наберусь из этого опыта и буду делать контент только лучше для вас и лучше. Хотел бы еще раз сказать, что на 1000 фолловеров на Твиче будет розыгрыш того, чего я еще не придумал, но думаю, розыгрыш будет какой-нибудь пиздатенький, вот. Проходить опять же будет в прямом эфире, отправлю все за свой счет, вот, друзья. Хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, на Twitch канал, ну и там на соцсети, если я вам интересен как человек в принципе. Заходите на мои Twitch стримы, скоро начнутся RL трансляции, а уже именно с сегодняшнего дня, так как я купил стабилизатор, он мне наконец-то дошел, Озону спасибо. Оставляйте комментарии, пишите что не так, что вам не нравится. Еще раз скажу, микрофон HyperX лучшая вещь на этой планете. Ладно, друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всех люблю, всех обнял, всех респект. Ой, всем респект, всем пока-пока.